Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Прийоми громадян по питаннях реалізації декрета номер 3 об попередженні соціального утриманства проходять на Гомельщині. Поміж управлінням аховы здоров'я Гомельського облканкама і управлінням традиційної медицини провінції Сычуань підписаний меморандум об супрацовництві. Сучасный операционный блок открыли у наистарейшей больницы Гомельской области. И больше подробязно об этом и не только. Приемы громадян по питаниях реализации декрета номер 3 протягнутся до 1 соковика у кабинете 122 Гомельского гарвыканкама. Ближайший пройдет сегодня. С 8 до 10 годин прием проведет первый наместник старшини гарвыканкама Александр Сиваков, а с 14 до 16 старшиня Гомельского городского выконавчего комитета Петр Кириченко. На передний аналогичный прием громадян по особистых питаниях провел наместник старшини гарвыканкама Виталий Таманчук. Задача приема – растлумачыць жыхарам абласнога цэнтра асноўнае палажэнне дэкрэта прэзідэнта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. У кожнага, хто звяртаецца за кансультацыяй, розныя жыццёвыя абставіны. І кожны зварот патрабуе індывідуальнага падыходу. З аднымі размова працягваецца не больш як некалькі хвілін, з іншымі займае значна больш часу. Главная задача – это разъяснить. І хочу заметить, вот даже вот по сегодняшнему дню, вот люди говорят, вот теперь нам все понятно. Поэтому основной, конечно, упор сейчас нужно делать вот на разъяснение вот нашим гражданам их права, вот разъяснить, почему это происходит, что они должны сделать и как они должны сделать. У Гомельском гарвыканкаме протягиваются посяджения рабочей группы по разгляде заяв на вызволение от уплаты сбору по декрете номер 3. Прикладно 30% от агульной колькости разлеженных зворотов задоволено. У всех, кто отримал становчий отказ, у 2015 году, сгодно с решением рабочей группы, находились у тяжким житевым становище. У сяго же у гарвыканкам с заявами на вызволение от уплаты сбору на финансирование державных выдатков звернулись больше, как 1000 гомельчан. Рабочая группа гарвыканкама протягне свою работу и после 20 лютого, коли наступит опошний термин уплаты сбору за период 2015 года. У Гомелі планується створити центри традиційної китайської медицини. Нагадаємо, домовленості об реалізації проєкту була досягнута у минулому році під час візиту офіційної делегації Гомельської області у провінцію Сычуань. Напередодні делегація китайського регіону навідала плануємое місце розміщення центра. Затим поміж управлінням охови здоров'я Гомельського облканкама і управлінням традиційної медицини провінції Сычуань був підписаний меморандум об супрацовництві. Вероніка Ворошилина з подробицями. Гомельский областный клинический шпиталь инвалидов Великой Отечественной войны делегация китайской провинции Сычуань наведала не выпадково. Миновито тут плануется открыть центр традиционной китайской медицины. На площадь 230 квадратных метров в перспективе жихары Гомельщины для лечения або реабилитации смогут отримливать самые разные процедуры. Дарыча, особные из них, как, например, иглорефлексотерапия або стоунтерапия, уже зараз практикуются в областном клиничном шпитале и користаются великой популярностью. Открытие центра позволит значно поширить перелик этих сусветно вядомых китайских методок лечения, которые самым становчим чином уплывают на обновление и подтримание здоровья людей. Эта методика, она уникальная. Она уникальная, позволяет лечить и восстанавливать здоровье при различных заболеваниях и нервной системы, и психологической, и даже внутренней системы организма иногда помогает остановить с помощью этих методик. Мы приобрели уже не только там вот иголки, но еще у нас есть такое стоун-терапия, которая с помощью камней, у нас есть и травяная терапия. То есть в дальнейшем мы будем еще тоже что-то совершенствовать, чтобы потом вот этот центр позволил более активно использовать эти методики для лечения наших пациентов. Визит китайской делегации протягнулся у палац Румянцев Гипаскевича. Помеж управлением аховы здоровья Гомельского облвыканкама и управлением традиционной медицины провинции Сычуань подписаны меморандум об супрацовництве. Створение центра традиционной китайской медицины в городе над Сожем – процесс поэтапный. Один из важных моментов – переймание белорусскими специалистами в опыта коллег с Поднебесной. Наша провинция Сычуань – одна из наиболее показательных в использовании китайской традиционной медицины.
И мы заинтересованы, чтобы о ней узнало как можно больше людей. В Гомеле мы планируем представить традиционный китайский массаж, иглорефлексотерапию, наши народные лекарства и различные реабилитационные процедуры. Также мы собираемся отправить в Гомель специалистов, которые займутся обучением ваших медработников наиболее известным методикам китайской традиционной медицины. Надеюсь, что реализация этих планов дополнит возможности белорусской медицины в том направлении, что мы сможем, наверное, еще приблизить дополнительное, скажем, качественная составляющая для оказания медицинской помощи нашему населению. Если все успешно будет реализовываться, то в результатах достигнутых договоренностей можно будет говорить в некоторой перспективе. Поміж Гомельською областю і китайською провінцією Сучуань так само був підписаний план мероприємства по співпрацівництві на 2017 год. Він продовжує обмін делегаціями поміж нашими регіонами, умацування сувязі у сфері економіки, едукації, науки, культури і туризму. Це ще один крок у формуванні міцної дружби і ділових контактів поміж нашими країнами. Вероніка Ворошилина, Олександр Харлампов, телерадіокомпанія Гомель. У самой старейшей гомельской больнице появился суперсучасный операционный блок. На то, как мара врачу городской клиничной больницы худко медицинской допомоги ожыццявилася, спотребилося 3 года и 3 миллиона рублей. Теперь на базе нового операционного блока можно проводить самые складанные операции до 10 на день и максимально худкую реабилитацию пациентов. Усе манипуляции вось на гэтым моніторы. Хірург оперирует и назирает одночасово. Аргоновый коагулятор, які за лічаныя секунды спыняе крывацёк. Апарат інгаляцыйнай анестезіі. Магчымасці гомельскіх хірургаў выходзяць на прынцыпова новы ўзровень. Современное оборудование это влияет на качество операции, продолжительность операции, после наркозного введения больных. На таком оборудовании, конечно, должна быть и подготовка специальная, потому что современное это оборудование рассчитано на малоинвазивные операции и быстрейшее выздоровление для пациентов. Больница худкой допомоги – найстарейшая у регионе. Яе будавали яшчэ за сродки княгини Ирыны Паскевич. Будынок, у яким размястился новый операционный блок, былы интернат для медиков. Капитальный ремонт протягивался 3 года. Из мясцового бюджета выдаткавали амаль 3 миллиона рублей. Каждый день у приемное отделение и травмапункт Гомельской больницы худкой медицинской допомоги звертаются каля 230 человек. Прикладно половину из них шпитализуют. Экстренные операции у нас проводятся днем и ночью в праздники и будни. Мы никому не отказываем. Наш принцип – никому не отказать. Мы оперируем в течение суток 15-20 до 30 человек. С этих всех операций порядка 35% мы все операции выполняем лапароскопически. Это хирургический блок, это гинекология, это травматология, это урология. Яны працуют 24 годины 7 дзён на тыдень. Сёння медицинскую допомогу тут оказывают круглосуточно. До речи, не глядячи на ремонт и незручности, лечебный процесс не спынился ни на хвилину. За год лечения у этой больницы проходит больше, чем 20 тысяч пациентов. Сярод их не только жыхары Гомеля и Гомельского района, але и громадяне інших краин. Вольга Холодович, Виктория Шумак, Александр Мурашкин, телерадиокомпания «Гомель» при подтримці АТН. У Гомеля отбылося открытие регионального центра домобудования. Такие объекты уже широко распаўсюджаны в краинах Европы и теперь поспяхово реализуются белорусскими специалистами. Презентационную пляцовку с драўлянымі домами у Гомеля наведала Юлия Борисовец. Компания «Ермак-дом» специализируется на строительстве деревянных каркасно-панельных домов под ключ по типовому или индивидуальному проекту. На рынке Беларуси и России компания успешно работает более 15 лет. Здесь используют компьютерное программное обеспечение, которое позволяет систематизировать и оптимизировать процесс изготовления каркасных элементов на всех этапах производства. Главное преимущество в том, что для изготовления продукции используются натуральные материалы. Мебель, пиломатериал, вагонку, имитацию бруса, изделия из сибирской лиственницы, также элементы декора в дом, в сад, в огород, электроэкономические нагреватели, коузи. Потребляет очень мало электроэнергии. Наш дом 132 квадратных метра, он отапливается, в среднем просчитывали около 60 белорусских рублей в месяц.
В рамках презентации организаторы подготовили яркую, интересную программу для всех гостей. Деревянные дома оценили по нескольким категориям. Надежность, престиж, стильный дизайн и многофункциональность привлекли даже самых избалованных ценителей. Только лучшие материалы и гарантия на все выполненные работы. Мы являемся партнером компании «Ермакдом» в части поставок строительных материалов, в частности, скатных кровель под брендом «Шинглас». На данном доме представлена коллекция «Кантри», гарантия которой 50 лет. Сочетание качественных строительных материалов и современных технологий позволяет получить недорогое, но весьма качественное жилье в короткие сроки. Каждая такая комната выполнена по финским технологиям строительства, которые здесь у нас в Беларуси специалисты адаптировали под местный климат. Например, вот такая комната выполнена из свежего бруска, и здесь даже пахнет смолой. К тому же, находясь в деревянном доме, невозможно забыть энергетику свежего дерева. Потенциальным владельцам менеджеры предоставляют ряд спецпредложений: отделку под ключ в любой комплектации, индивидуальную корректировку проекта, а также рассрочку платежа. Уже в первый день продаж будущие новоселы оценили такой деревянный дом. Срок строительства данного конкретно дома, который с общей площадью 132 квадрата, он где-то 30, ну максимум 45 дней. Каркасный дом на данный момент это, да, не только это тепло, хорошо, дешево и качественно, но это и на данный момент это просто модно. К тому же специалисты компании возьмут на себя все этапы строительства, от проектирования и разработки проектно-сметной документации до выполнения отделочных работ и сдачи объекта заказчику. Здесь рады построить дом вашей мечты. Юлия Борисовец, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Гэта, а таксама іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры.